Общеобразовательные организации подготовились к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 43 команды кадетов и школьников участвуют в смотре строя и песни под названием «Марш Победы». На площади Ленина собрались лучшие из лучших – победители школьных и районных этапов конкурса «Строя и песни». Региональный смотр начался с построения на плацу. Сначала гимна приветствия, чуть позже – присяга новобранцев в юнармии и вручение удостоверений. После официальной части юноши и девушки в ярких формах приступили к выступлениям. Сначала строевая подготовка. Ребята соревновались в четкости выполнения команд. По словам организаторов, участникам было за что побороться. Для победителей приготовлены отличные призы. Они борются за наборы оружия, тренировочного оружия. Вы знаете, что сейчас активно восстанавливаются в школах, спортивно-военные полигоны, тиры. Конечно же, участники съехались на Марш Победы не только ради подарков и кубков почета. Василий Калякин из Ишеевского лицея понимает, для чего нужны подобные мероприятия. Мы показываем свой патриотизм, показываем, как любим Родину и так далее. В общем, можно сказать, отдаем честь всем павшим во время войны и ветеранам. Все отряды показали строевую и начали готовиться к самой яркой части состязаний – исполнению патриотических песен. Красные береты юнармии уже на репетиции продемонстрировали свой азарт и харизму. Пели, маршировали, да еще и присвистывали. Россия, любимая моя, родные березки да поля, когда рога ты, я солдата, родная русская земля. Ребята старались, комиссия оценивала. Результаты будут известны на этой неделе, накануне Дня Победы. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.